Ну, сейчас да. Да, сейчас да. Нормально, мне нравится оформление, могло быть и Все, хуже. звук пошел, короче. Да. Всем привет, кто у нас Приветствую собрался. вас. Да черт. Ну, выруби и начни сначала. Ну, да, я звук вырублю. Так, звук пошел. Всем привет, кто у нас сегодня собрался. Здравствуйте, дорогие зрители, приветствуем вас мы с Саней сегодняшним воскресным вечером. Сегодня нас ожидает отличный матч, я на это надеюсь. Да, матч должен быть красивым, как минимум, потому что здесь участвует сильная команда, очень хорошо играющая МГТУ, очень красивый у них в команде Райнхард Мейнер, он мне очень нравится. Он мне очень нравится и в реальной жизни, вот именно, вот, мне не нравится он. Ладно, опустим эту беседу. Потихоньку собираются у нас ребята. Практически готовы у нас команды, только они без двух игроков, но у них еще есть 4 минуты, я думаю, ничего страшного. Я думаю, команда Бауманки не нуждается в представлении, все и так знаем, что это у нас за бутербродики и с чем их едят. Так что, наверное, я немножко посмотрю профили команды Пермского университета по НИПу. И первый Джуби, пусть будет так читаться этот ник. Я уже вижу 3600, я это вижу Анну и Райнхарда, и, возможно, Солдата. Очень достойно, я считаю, если на Анне действительно будет мужчина, возможно, девушка, взяла 3600 это, или взял. Опять же, следующим у нас идет СМ в Бер. Можешь Выжит просто тайм. назвать его Сбербанк, как угодно его прозывают. Да, серьезно? Я тут Сбербанком обычно зовут. Я тоже что-то Сбер какой-то. Непонятно, еще бы аватарка была бы зеленая. Это Я Фара опять. Мейнер у нас. У него, в общем, ник сделан по инициалам и вот Бер это бережники, короче. А СМВ это инициалы. Он Вадимович вроде бы. Насколько я помню, а вот это не помню. Можно, откуда ты знаешь всю эту информацию? Откуда ты знаешь, достаешь фотки людей? Отчество. Давай, давай не здесь. Номера Хорошо, телефонов всяких. я вор в законе. Так, дальше APL, Apple. Это Люсио Мейнер, и это достойно уважения, тоже выше 3К. И последний Слипдог. Ну, тоже, кстати На не говоря. играет, насколько я знаю, да? И всего два последних игрока, которые сейчас у нас в лобби присутствуют, это саппорты, а первые два это не саппорты. Конец. Ревизия окончена. Да. Ну, в принципе, ребята из Пнипу тоже, в принципе, всем, я думаю, здесь известны. Сбербанк на своей фаре летал. Летал, бил. Ну вот. Улетел. Я очень сильно надеюсь, что этот матч не будет в одни ворота, что Бауманке будет не так просто в этом матче, хоть и обычно они являются фаворитами любого матча. Да. Я просто ничего не могу сказать по этому поводу еще. Мы ожидаем оставшихся игроков и послушаем, пожалуй, белый шум на нашем канале, потому что иначе нас за музыку забанят. Ну, почему нет? Твой-то ладно. На своем канале музыку. Ну, не на своем, вернее, даже я бы сказал, но на нашем канале именно Рудинсу я сейчас не слышу музыку. Я открыла, кстати, для себя очень классное радио, которым очень позволяет, если вам надоел свой плейлист, если вы хотите разнообразить его, позволяет найти новую музыку, ориентируясь по определенной стране, по определенному времени. Если кому-то интересно, я могу скинуть ссылку в чат. Лично я сейчас сижу в Америке
20-х, 30-х, иногда 40-х. Люблю джазовые различные композиции, и это то самое время для меня. К слову, радио, да, радио очень хорошее. Нынче, особенно на Ютубе, я привык слушать, сейчас залипать в него, но все же мои предпочтения музыкальные, если на то пошло. И не как всем известно, что я слушаю лишь одну группу, и я даже не буду называть ее название. Все и так знают. Ну да, все, кому надо. По многочисленным, на самом деле нет, по единственному запросу в чате в Rolling Stone я хочу сказать, я люблю Батата. Давайте будем откровенны друг с другом и скажем, что мы все любим батата. Определенно. Определенно, не могу с этим не согласиться. Так, и мы ожидаем еще 3 игроков. Блин, надо было в это окошечко маленькое, не Overwatch, а вебку врубить. Вебку, я тоже об этом думала, но ты можешь свою, я нет. Ага, я Это будет сейчас слишком. небольшой инсайт, я сижу сейчас голый, так что не лучший вариант. Тогда врубай. Я просто нет, понимаешь, я могу врубить, но как бы это чревато для этого Нас. канала. Если мне не страшно за свой, но вот за этот. Вебка, настало твое время. Еще раз всех приветствую вновь пришедших на канал Бауманки. Привет, Леоникс, Батат, Авангард. Собак, еще раз привет. Шаман, я вижу тебя, мое почтение. Фернес. Лена. Лена сейчас стримит до сих пор. Так, и сегодня, в принципе, вы видите, какие карты, да, сегодня у нас будет Ханамура и Кингсролл. Кстати говоря, Ханамура очень редко игралась на нашем турнире, и будет интересно, как она будет сыграна в этот раз. Пал типично. Да, видимо, отчет пошел. Сколько у нас? 15 минут техлуз, да? Да, но я надеюсь, что игроки придут, тем более я вижу фанатов АПЛа в чате, то есть фанаты присутствуют у нас на канале, что не может не радовать. Да, это замечательно, конечно, что по сути поддерживать будут обе команды, насколько я понимаю. А то так надоело сидеть на команде Бауманки и стримить игры про Бауманку с фанатами от Бауманки. И с Артемием. Да. Но еще иногда слово чести. Ну, это известные стрим-снайперы. Хитрый эстонец. Не знает людей, но уже ставит на них. Не палить твой стрим, Лена? А что, если я его запалю? Какой стрим? Который Лена, который он сказал не палить? Тот самый стрим, да? Да, вот я сейчас его запалю. Лучше посмотрю без звука, а там типа то же самое. У нас идет три стрима для турнира, получается. Сейчас я подожди, сейчас скину ссылку, не палите. Нет, там фотка топовая, Лен. Там фотка та, которая нужна. Слово чести вставлен именно. Можно просто стримить одну фотку. Да, слово чести. Я готов эту рамку вставить, фотку слово чести. Знаешь, такую растянутую. Мне кажется, нас просто выгонит отсюда. Да не должны. Мы подсуживаем. Вот такие игроки у Спнипу. Может, нам стоит пересмотреть наши взгляды? Ну, не знаю.
Я не знаю, почему АПЛ, наверное, какой-то очень крутой игрок. Но я тоже, пожалуй, попрошу, чтобы расписались. Томное ожидание. Так, у нас еще 10 минут, точнее, у игроков 10 минут. Да, но у нас еще у нас целая еще вечность. И вечность. Ну хотя нет, если я рассчитывал дожить до 40 и сдохнуть. Я не планировал жить так долго. В принципе, тоже хороший план. В принципе, можно и сейчас что-нибудь уже такое. Умереть? Ладно, все, все, пожалуй, давайте да, да, давай достримим. Да. О, слово чести появился в чате. Давай, выкатывайся отсюда. Блин, я не могу не сделать то, чего я хочу сделать. Вы этого не видите? Это будет сюрприз. Какой сюрприз? Ну, тут проскочил 25-й кадр просто, небольшой. А, подожди! Я смотрю. Сейчас будет. А, там ты включил вебку, что ли? Нет. Вот это был сюрприз, короче. Я наблюдаю. Все, он уже прошел. Ну, ты его увидишь из задержки. Да. Понятно. А, Лена, ты что, хочешь теперь тоже ворваться в комментаторы через стример? Это было бы удобно. Ни чести, ни шифта нет. Мы все расстроимся. Мне кажется, слово чести нужно будет тогда удалить игру. Да. Единственное, что да, как сказали в чате, народ не торопится. Что-то как-то уже прошло 7 минут, это почти половина. Можно сказать, в принципе, половина от 15 минут. А ты хорошо считаешь, смотри, ты к ЕГЭ готов по математике, да? Да, только можно, пожалуйста, задать вопрос тебе? Ты же все же как-никак уже поступил, все дела. Вот. А что такое треугольник? Ты чё? Давай не будем провокационные вопросы на стриме спрашивать. Пятый кадр. Нет, там будет лучше сейчас ещё. Красиво, 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 боже мой. Минус стример на канале, ребят. Слово чести, шифтуй ко мне в хату. Я уже изрядно тебе намекаю, куда тебе шифтовать. Уже который день. Да. Мне, кстати, нравится, что Бауманка выбрала аватарку Гензи, и какие-то Сенши выделился, что выделяет его еще больше, боже мой. Больше внимания на Гензи Мейнера. Да, довольно неплохие они себе аватарки поставили. Пойти, что ли, тоже аватарку сменить, пока есть время? Блин, я только сейчас вспомнил, что я уже не играю в Overwatch. Почему? Я поставил себе что-нибудь... Почему нельзя поставить пустое место? Я люблю выделяться, а все аватарки и так выделяются, и у каждого я видела. Вот, поставлю бомбу-вонючку. Теплую какашку. Держи в курсе. Но я ничего необычного не нашла. Практически 10 минут у нас уже позади. И ребята из Пенипа близки от Техлуза. Вернее, к Техлузу. Ну,
Остается, да, 5 минут. 5 минут. Гитаре пока или спеть песню своей любимой группы. Случись и сказал, что он ко мне выезжает. Я доволен. Пойти покушать, что ли, приготовить? Давай, у тебя есть еще время. Без тебя все равно не начнем. У тебя же кнопка запуска. Или у Лены. У меня. Лена мне номер не дала, я ей кнопку запуска не дал. Нет, собак, у них еще есть 5 минут, мы подождем. Есть хочу. И у вас даже, наверное, где-то есть 7 минут, с учетом того, что есть задержка на этом гребаном стриме. Но все же все прекрасно понимают, что сидят по московскому времени, а по нестримовскому с задержкой минуту. Все же мне, да, мне не 2 минуты, как ты, наверное, сказал, ты сказал 7 минут. Вот. И продолжаем ждать уже 4 минуты. Вот за каждой минуткой следить, чтобы заполнить пустоту. Потому что мы и так налили достаточно воды. Батат не зря Да, и поставил. у меня уж что, вот это нельзя поставил. Он сказал, не зря закладной поставил на МГТУ, у них почти теклус. В прятки. Дичь, Прятки? А у что за меня прятки? оверотч с ОБСом не тянет, извините. Я так слил много ПТС в свое время. А что за прятки? Расскажи, пожалуйста. Меня тоже Лена звала, я не поняла, Ну, сказала, что я спряталась я сам не или понимаю. вышла из сети. Я сам не понимаю, так что пускай Лена расскажет. Ну, я на самом деле с удовольствием бы посмотрела бы этот матч, они, кстати, поменялись на Ханза. Я только сейчас заметила. Хотя, с другой стороны, мне диплом бы подписать, ребят. Может, мы все пойдем дружно попишем мне диплом? Да нет, пиши диплом сама. Ок. Сейчас обидно было. Если я вторгнусь в твое написание диплома, то он определенно не пройдет проверку либо на антиплагиат, либо он вообще будет уебищ плохим. Почему все кричат? О Я не чем? знаю. Все это только двое. Подставной матч. Все куплено. Я не знаю, давай я тоже покричу. Батат кричит, значит можно кричать. Да. У меня же есть штырь, боже мой. Зачем я пользуюсь плебейскими с маленькими, когда у меня есть Так, штырь? подождите, я тоже со своего аккаунта зайду. Там есть драмовский смайлик. На это как раз-таки уйдет еще парочка минут, и ребята благополучно получат техлус. В лобби выбираем карту, кто-то один из всех по всей карте. Ну, Трейсер, наверное, самый имбовый тут. Можно сыграть за пнипом и шаманом. Но это к Лене вопросы. Разве только для фана. Я тоже готова сыграть. Но тогда они точно сольют. Ура! Плюс один игрок. Почему это опять набор букв? И экскузим. Добро пожаловать на Excuse наш. me, Жень. Excuse me. Я такую же Спасибо, проблему ясточка моя испытал в прошлый глупая. раз просто. Я тоже такой, как это читается? А мне пояснили в чате, что это excuse me. Ну, в общем, это Роудхог. Прости, excuse me. О, кстати говоря, мне очень. Подождите. Как ты слился с 2500 до 2000? Тебе нужно постараться. Ты хочешь достигнуть 1 КПТС? Это сложно, практически невозможно. Многие пытались, но не у всех получилось. Кто? Диплом по киберспорту. Кто слился? Excuse me.
Я думаю, это какой-то прикол, который мы не поймем. Писал, что если он диплом не напишет, я дворником пойду работать. Но хоть какая-то гарантия того, что у меня будет работать, уже неплохо. Но с моим дипломом не, даже на дворника не пустят. Хотя нет, почему? С моим дипломом еще и на грузчика можно. Ну, мы еще подождем. Ну, все, Играем в пятером. по идее все. Я не против. По идее, техлос, либо играем в пятером, да. Нет, я не против подождать. Ну, Если Лена разрешит, у нас как. типа, я не знаю, как правило турнира уже. Все дела. Эсса. Что значит одно ПТС? Да, Лена пошла с капитаном в Дискорд. Просто у нас так. Хорошо. Просто у нас так давно матча не было на канале, что хочется хоть чего-то. Лично я соскучилась по комментированию личности, по зрелищам. Да, в принципе, ты права, я тоже довольно соскучился, и все учесть, что я еще совсем уже не играю в Overwatch. Комментировать было бы довольно интересно. Да. Что-то мне, что я вообще не играю. Свой контрольный по кибесвету мне в ПМ. Дорого. Это сама с регистрацией. Я бы заказала. Лена пишет запускать. Запускать матч, материться, да, конечно. Собака будет не против. Если игрок в итоге матча первой карты, то он играет следующие карты. Ну, неплохо, кстати. Достаточно неплохой компромисс, на мой взгляд. МГТУ ready. Не пора, я стартую. Traveling to Hanamura. Сказать, в принципе, пока идет припик у обеих команд, и ничего интересного не происходит. Ну, А разве нет, что подожди. все на джанке с легендами на Слушай-ка, джанке. дорогой мой, а ты в курсе, что сейчас происходит ожидание игроков? А как это фиксить? Ну, в Как бы общем, я я, не... пожалуй, начну комментировать. Поздравляем Леоникса с первым ферзом. С первым ферзбатом, Да, господи, я не масло обратил внимания масляное. сначала, просто не смотрел, пока менял сцену, они уже и рубятся. И мясо началось. Тут даже красавчик есть, который охраняет очень достаточно практически успешно, я бы даже сказала, точку. Но Леоникс вместе с Кэги Сенджи, который на самом деле это скрытый. Можешь стартануть. А, типа, я могу их начать? Ты можешь как-то начать. Да, по идее могу. Все понял. Отлично. Я с этим Ну, еще не ничего знаком, страшного. так что извиняюсь за такие неполадочки. Дал последнюю возможность игроку из Пермского университета присоединиться к матчу. К сожалению, он не успел подойти. И первая карта будет сыграна
В неполном составе для команды Пнипо. А FPS же сказали 30-60. А у меня сколько FPS? У меня со 70. стримом так, да. У меня без стрима где-то 160, где-то так, и до 200 FPS, а с OBS он очень сильно падает. Но я уже об этом не раз говорил. Ребят, существует поверье, что если вы достаточно хороши в интернете, то наверняка можно на просторах Твича найти где-то немножко получше запись, где, возможно, отсутствует задержка и есть веб-камера одного из комментаторов. Но я сама, конечно, не Да, проверяла это. это сообщение для стрим-снайперов, так что если вы хотите шанс на победу. Ну, в принципе, здесь стрим-снайпить могут в данном случае выгодно стрим-снайп только для команды Бауманки, им этим заниматься. В принципе, незачем, потому что они все равно берут свой ник, пик типичный, когда слово чести садится на бастиона. А нет, показалось. Причем, как мы видим, это три танка, дестройер на своей великолепной заре, Рейнхард, Да, тут братья правда, кто Шимады, Барта Шимада, да, скреп. но хотел бы отметить, что Ксиген же играет не на Генри. Да, в команде защиты мы видим, что берется Райнхард, берется Слепдогом Заря. Надеюсь, она будет настолько же хороша, как и у Дестройера. Меткий АПЛ практически раздолбал проникшего врага на точку. И Слепдог сейчас... также забирает Ксиген же. Так, ну ребята, начинают брать точку. Битва контеста, Пейл забирает скрепа, Леоник забирает жалобы. Да, размотали сейчас только что Зарю, к сожалению. Райнхард уже команды Бауманки расположился на точке, покинул ее только что и оставил только Слена с 15 хп, который только что погиб. Леоник у нас остается захватывать точку. Присел он тут Кстати, свои отметим, что легендарные у него ноксы. новый скин. Да. Точка для команды Бауманки. Видим, что на подходе Шатрон практически готов на бусту команды Бауманки. Так, взлетает Леоникс наверх, И сразу же скоро по будет нерф. джетстам. Отбегает, слава чести, влетает также туда на шифте, но начинает как бы драться, но его отталкивает. Немножечко Очень пришельцев хорошую подходит. позицию занимает Слипдог сверху. Он неплохо так раздавал, но, к сожалению, этого не хватило, чтобы додамажить. Дал Хайну на ПЛ, но зарашили его сразу же МГТУ, и Слен, собственно, убил его дефлектом. Слово чести, не пожалел своего ультимейта, сдал он в двоих, и еще даже тех, кто еще не успел выйти с таверны. Дестройер забирает нас двоих, скреп также банка добивает Сбербанка. Бедный АПЛ пытался как-то контестить, пришел к нему на помощь Райнхард, которого сразу же увезли с точки. Пикается для контеста Уинстон, который пытается выживать из всех его сил. Генжу у нас стоял просто наверху и мутил, и получилось Сбербанка. Две плюхи и умер. Плохо сейчас зашла от Свембера Фара, сделала минус 2, практически минус 3, но на точку никто не встал. Да, несмотря на то, что он убил Ксиген же еще одного члена команды МГТУ, все же Фара не смогла полететь на точку. И законтестить это раунд за МГТУ с хорошим преимуществом. Что, в принципе, неудивительно за счет того, что ребята из ПНИП играют пятером. Да, очень жаль, потому что карта на самом деле хорошая. Защищаться тут можно было бы очень здорово, несмотря даже если, скажем, противники выше вас скиллом. Но если у вас есть хоть какое-то понимание игры, Ханамура — это такая игра, это такая карта, на которой вы можете показать хорошую защиту, но только никогда вы пятером, к сожалению. Потому что каждый персонаж играет важную роль здесь, будь то Райнхард, Заряс, один из саппортов или кто-то из демедж-дилеров, кто должен отстреливать врагов, которые лезут из всех щелей. Да, у нас опять довольно, даже не то, что довольно, а, собственно, такой же пик от команды МГТУ.
Нас на врыве будут играть ребята из ПНИП. В принципе, неплохая тактика для них. Они играют с одним саппортом. Это будет Лусио, который будет давать спидбуст. Собственно, для врыва еще Винстона Дива. Да, пожалуй, я не буду комментировать ник Бауманки и комментировать то, что Кагисенши неплохо так пристроил свою японскую пятую точку. Да, спамит он стрелы. Внезапные стрелы, которые игроки не будут ожидать. Да. Ну, кстати, действительно они как-то не прилетели. Ну, он запустил слишком рано. Ой, футы, слишком поздно, извиняюсь. Тихонечко ребята пытались дайвинг. Залететь, но что-то дайвинг такой прям, да. Дайвинг, собственно, куда обычно? Куда дошел бы Рейнхард любой, который долгий обычно. Вот, Слоучей шифтует, выбивает из Да, тем самым это минус Слен, отлично АПЛ, также минус Дестройер, отлично отыгрывает у нас Вембер. Так, а у нас тут неплохой размен по зубнику начинается. Да, по мипу то не лыком шиты, сейчас раздамаживают меху у Леоникса и оставят... Леоникса высаживают, да. И продолжается так, Леоникс добивают, также ребята заходят из пнипа, это хорошая игра от ребят из пнипа, очень хорошая. Момент секунду показал, что Кагисенши в АФК просто стоит, но нет, я увидел, что он проявляет какую-то полезную активность. Залетел Слен, чтобы контестить, но не получается у него это сделать. Да. Случайся выезжает туда же, под баблом, но проседает сразу же ну, по ХП. Тут три члена команды, кстати, немного опоздал. Просто сидит в уголке, проседает по ХП также. Пытался с Кеттером убить кого-нибудь со спины, но его замечает. Лусио. С Кеттером не получается у него убить. Экскьюз мне добивает Косыгенджи. Приуснул у нас тут Слепдог. Действительно. Так, а тем временем у Свембра есть ультимейт, он его спускает, добивает трех игроков и, возможно, даже выживет от взрыва Михи. Прекрасная игра за фару, мне очень понравилась. И за ее захват точки. Непонятный шаттер от Слоу Чести, я его немного не заметил. Видимо, по никакому толку не попал. Слоу Чести шифтует мимо. Он наказывает обезьяну, собственно, за дело. Дается огонь по готовности, очень неплохой. Сбербанк тут же убивают, Джауп разве что разменивается со Слоу Чести. Да, утует Слен, забирает Люсю, раздамаживает да, сейчас Тропосвина и... Вынстанна. И все же тут отдефают, ребята, с МГТО. И никто не захватывает точку. Да, хороший шанс был, очень хороший шанс был у Книгу. Правильно, зачем? Даже сделать лучше, чем это сделали МГТО, но... Видимо, так получилось. Что вам сказать? Да. Сейчас команда атаки уже практически пригруппнулась. Заря, к сожалению, здесь неплохо так была раздамажена Леониксом. Да, впрыгнул Винстон на балкон, пытался сгрызть Ану, но получил слип. Апел так забирает Дестройера, Слен в ответ забирает Слипдога. Леоникс убивает да. Двоих, Джауба и Сбера. Хороший ряд Леоникса, шафтует Слово Чести, шафтует мимо. Но это не важно, потому что ребята из МГТУ просто прессуют ребята с ПНИПу. Не хватает. Сразу видно, отличная игра на самом деле. Мне очень нравится команда ПНИПу. Но видно то, что тому же Уинстону не хватает этого хила, который он настреливает издалека, нахиливает. Будь то Дзен или Анна, которая могла бы хоть как-то подсобить обезьяне, которая залетает в это адское месиво под названием Бауманка. Ну да, Винстон под бустом, либо же Винстон на цель прыгающий, которая по диссонансам, было бы довольно неплохо. Еще и, собственно, под хил, разумеется. Да, сейчас попытается команда зайти нерв. Сверху, сдается сразу. Мимо. Слава Честь дает шаттер, хороший шаттер дает Слава Честь. Туда же влетает у нас Лен с мечом, но там Слава да. Честь так всех избил. Ну, такое себе. Ну, там не шестеро было убито, а всего лишь пятеро, так что нет Слава Чести. Давай еще раз. Да и он убил, собственно, троих. Ну что ж, на самом деле очень печальное положение, просто хотя бы потому, что чуть-чуть не хватает ребятам для того, чтобы начистить зубы свинцом команду Бауманки.
Да, видно, что не хватает всего лишь одного игрока. Слава чести Слово уехал. чести Слава погибает чести по смертью классике героя. уехал. Смертью героя, смертью... Даже не героя, а именно слава чести. Классическая смерть. И по мейну проходит сейчас Уинстон, запрыгивает на точку, также поддерживает его Люсио вместе с Зарей, и начинается оспаривание точки. Да, дают себе Т у нас с командой Пнипа, но они уже этим закончили. Слава чести отъехал ненадолго от них, а раздамаживает Анну у нас Слепдог. До сих хп, CPT вызывает Фара, добивает сейчас, должна Леоникса добить, нет, погибают все-таки от личинки, к сожалению, Фара, сдается Гравитон, в двоих оставшихся на Это точке да. героев, и забирают. Дракон, Остается... собственно. Убивает он только одного джалпа, под ульту убивает скрепа, дестроер убивает слепдога, и, видимо, эта атака тоже будет пресечена. Не хватает хотя бы еще один ультимейт. Это либо буст, либо спокойствие, один яд, либо даже рез. И все могло пойти иначе. Но если бы ДКБ, но мы имеем то, что имеем. Да, То, слава что чести, слово о, чести. извиняюсь, Леоникс у нас файтится с Джабом, но Джаб проигрывает в этой схватке, потому что у Леоникса больше ДПС. Надеюсь, Слепдог также погибает от его великолепных пушек. Также он преследует солдата, солдат тоже умирает, он уже делает трипл килл, также сейчас будет ультра килл, грубо говоря, по-дотерски. Вот. Продолжается у нас схватка уже с Фарой на точке. Сбербанк отсюда, я думаю, не уйдет, хотя он сейчас похилится, возможно. Да, похилился он, но его здесь ребята заберут, скорее всего. Да, очень сильно прессует, но Не получилось, его да. скилл позволяет ему уйти на 40 хп. Да, но это все же еще не поможет команде Пнипу сейчас Ну, захватить точку. посмотрим, если сейчас они правильно разыграют свои ультимейты, возможно, у них что-то получится, что есть гравитон, есть рокет бараш и тактический Слава чести визор. уже ворвался. Косиген же убивает скатером двоих. Залетает нерв, слепдог также убивает только слово чести, нерв не убивает никого. Также дестроер разменит Yes. слепдогом. С другой стороны, с одной стороны, они потратили ультимейт, а именно нету сейчас нерфа. Еще у слова чести только 73%, нужно вырываться, тем Но более. есть наноблейд. Все же это сильно. Есть боссы, есть гравитон и рокет бараш, который я хочу, чтобы он сыграл. Я очень сильно хочу, чтобы мы увидели комбу от команды Пнипу, если такое, конечно, они планировали сделать. Так, залетает у нас Винстон на точку. Контесте Вот. дается у нас наноблейд. Полетел Генджи, дается Фаретвилл защитный, но туда стягивается не Генджи, Генджи начинает резать, не получается у него резать. Дается у нас уже какой-то вялый такой, ненужный особо здесь, я думаю, бит. И что-то как-то не получается. Прессуют ребята из Пнипу здесь, ребята из МГТУ. Жаль, жаль. К сожалению, остается 12 секунд. За это время ничего команда Пнипу не сможет просто физически сделать, как бы они этого не хотели. Фара из последних сил пытается проникнуть на точку, но... Она успела, но все же ничего это ей не даст, я думаю. Пытаем, но, к сожалению, это не поможет. Да. Первая карта за командой МГТУ. Леоникс пишет, что они играют и так 5 на 5. Видимо, это сказано было насчет Кокинсенши. Потк у нас получается слово чести. Это тот самый потк на балкончике. Будет здесь шаттер. Неплохо получилось. Но лучше показать момент, как он уехал в пропасть. Так.
Следующую карту у нас King's Row. Спешу ее поставить. Так, перерыв спрашивают ли, вернее, нужен ли перерыв. Появился у нас тут шестой тиммейт команды ПНИПу. Команда МГТУ готова. Так, к сожалению, мне нужно вас покинуть. У меня возникли тут обстоятельства, которые я не могу отменить. Сейчас, возможно, к вам присоединится другой комментатор, а именно Артемий, и я покидаю вас на этой прекрасной ноте. Желаю команде ПНИПу собраться силами, чтобы вы затащили следующую катку и не проиграли в сухую этим ЧСВшным ребятам из Бауманки. И лично я за вас всем сердцем. Я показываю на своем стриме вам сердечко. Поверьте, оно было искренне. И давайте удачи вам, ребят. Я покидаю вас. Да, удачи тебе. Остался я один. 5 минут просит у нас команда по НИПу. Я сейчас, пожалуй, тоже сделаю для себя небольшой перерывчик. И отойду буквально на время, на которое отойдет команда по НИПу. Хорошо? Хорошо. Ребят, я...
Я возвращаюсь. Возвращаюсь в строй. Ребята практически готовы. Продолжаю тратить время впустую. Нет бы посмотреть матчик. А тут уже... Тут еще минутку надо ждать, по идее. Готовы у нас ребята из команды Пнипу, и я стартую. Я стартую. Это у нас King's Row, как вы уже видели, как уже ждали. Что-то у меня сейчас такой хороший FPS. Раньше со стримом такого не было. Просто как бы у вас это захватывается в 30 FPS, а у меня, как уже отмечал один из человеков, 30-60, но вот так вот пока ожидание без драк заходит за 100. То есть мне некомфортно, по идее, играть бы было. Вот видите, сейчас уже просадки. Ну, по пикам у нас жалоб не на Инхарде, жалоб на Винстоне. А так, в принципе, ну, слепдок на сей раз не на Ане, а на Мерке. Будет у нас через рез играть. Как фул на Генже. Сбер по классике на фаре. И Пелт все так же на солдате. В команде МГТУ тоже, в принципе, ничего особенного. Видно уже, которую катку что Кси Генже упорно у нас пересел на Ханза. В отличие от частых игр на Генже до этого, либо я ничего не знаю, с Лена сыграет на Макре, а все остальное, в принципе, осталось по-старому. Будет нас атаковать команда по Нипу. Что ж, начнем. Бегут у нас ребята, начинают спамить в щит слово чести. Ставит Винс на свой барьер. Слово чести шифтует успешно. Попадает в квикфула. В пронырливого Генжи. Также убивает еще Джауба. У нас фармерсия пока что не взлетает, но нет большой необходимости, потому что, я думаю, это быстро убьется. Немного выходит вперед слово чести под бустом, извиняюсь, под баблом за Рим. Пока что спокойно продолжается игра. Ребята не спешат заходить. Опять, неужели пойдет? Нет, не попал у нас. Случись на сей раз. Чарджем Генджи. Сбербанк убивает Дестройера. Довольно неплохо для команды Пнипу. Ценного члена команды лишились МГТУ. Также умирает Слен. Все тоже Сбербанк и Квикфул еще убивает Кассы Генджи. На Ханза. Случись тут сжимают. Будут убивать его. Да, Апиэлла добивает. И Пнипу будут захватывать точку. У них есть все привилегии, чтобы не пустить МГТУ. Даются биты, я не думаю, что они были нужны. Нужными, да, они точно не были. Леоникс немного опаздывает, ведь не хотел взлететь на точку, но вот. Немного не успел, ничего страшного в этом уже нет, поскольку ребятам теперь придется дефать вторую точку. Потихоньку подвозит груз карки. Дается у нас сзади. Причем Dragon Strike. Никого он не убивает. Я что просаживает по ХП команду. Пнипу, но также идет размен. Бывает у нас первый размен на Коси Генджи. Дается шаттер. Увозится тут же Рейнхард, дается визор. Доберет ли он? Нет, зажимает просто команда МГТУ. Всех ультующих членов команды Пнипу.
Также дается у нас Хайнун, ну, который улетел никуда. Неплохо настреливает по Кукфулу. Но Кукфулу здесь он не заберет тоже, как мы видите. Барьер Джаубы сломан. Ультимейта у него нету. Апиэл отлетает. В размен на Слово Чести. Но он также отлетает еще Кукфул. Держит пока что ребят из Панипуварки. Тем не менее отпустили. Отпустили на порт. Только скал держит. Они сразу же немного дали пройти им. И они, собственно, потихонечку тащат груз. Накопил у нас свой джауб. Дается у нас огонь по готовности. Защитный шаттер. Неплохой. Джауб убивает с Лена чарджем. Сбер высаживает Леоникса. И также убивает Косыгенджи. Дестройер самоубивается. Джауб убивает Скрепа. И, возможно, это даже... И, возможно, даже ребята дотащат до второй точки здесь. Потому что так убивает Слово Чести у нас. Кликфулом. Неплохая игра от Нипу. Уже на подходе ребята из МГТУ. Леоникс дается буст. Под бустом Леоникс будет жарить Мерку. Но он убивает Фару, но Фару все же успевает за ульт убивать Ксигенджи. Также дается ульт от солдата. Он забирает за визор двоих. Это довольно неплохо, но быстрый размен Редкейком убивает его. Высаживает 10 Леоникса. И очень хорошая игра по Нипу, мне сейчас это очень нравится. Они убивают постоянно членов команды МГТУ, и сейчас они везут груз уже на третью точку, у них остается еще довольно много времени, это очень хорошо для них, разумеется. Запрыгивает у нас Винстон. Очень сильно проседает, Леоникс почти его добил, еще очень файрстрайка. Есть биты у Лусио. Можно врываться, есть также рез на ультов, а других нету. В то время как у Слена Слово Чести, у Леоникса и Косыгенджи есть ульты. У Джауба накопился. Тоже дается у нас... Ой, почти. Почти забрал ход Dead Sleep. Райнхарда сразу же добивает его. Пока что ребята из МГТУ отбили, но... Дается рез, сразу же даются биты команды МГТУ, дается ответ на биты команды Пнипу. Слово Чести убивает... шифтом, извиняюсь, Джауба, Слен за меткий глаз, или как это называется, да-да, в общем, убивает Сбера, Леоникс также убивает двоих, очень хорошая игра от Леоникса. Также добивается у нас Винстон, никто не уходит, все идут с базы, горящий Слен с Леониксом. Неплохо. Регруппились ребята из Пнипу. Трутся щитами фактически Райнхарды. Тут уже даже не трутся. Сломан щит Джауба. Наверху у нас команда Пнипу. Дается туда у нас нерф, но нерф никого не убивает. Слен убивает Джауба. Дается огонь по готовности. Команда защиты от команды МГТУ, и он реализуется, убивают также еще двоих. Кликфула также убивают. Неплохая игра от Леоникса, опять же, хочу отметить. Опять же, просаживают прямо на их половине команду Пнипу. Агрессивно играет команда МГТУ. Продолжают агрессировать. Дается у нас буст в Косыгенджи. Слен убивает за ДД двоих, это очень неплохо. А буст у нас дается Косыгенджи, а Косыгенджи у нас на Лусио. Еще отметить. Очень хороший буст, это... Я хотел сказать сейчас фразочку, которая говорит Лусио, но забыл, которую добавили. Вот Слово Чести проседает от Винстона, но его выхиливают там, но он тоже с ним проседает. Дается слип мимо. Винстона здесь отгонит. Снова регруппнулись ребята из Пнипу. Будет ли попытка там готова агрессивно пресечь нападение Пнипу? Или же на сей раз дадут пройти? Но Леоникс уже взлетел. Дал нерф. Никого не забрал. Слен убивает Джауба. Слово Чести убивает Апиэла.
Фул здесь тоже будет забирать. Слен также... Извиняюсь, Сбер убивает скрепы и также ультом добирает Дестройерс, но Слен убивает Сбера. Дается Рез. Дается Визор. Визор заблокирован абсолютно. Никого не убивает солдат. Дается Шаттер от Джауба. Сбер забирает уже двоих. Ксиген же, тем не менее, забирает Квикфул, извиняюсь. Сбер забирает также Леоникса полностью. Ребят, 10 секунд, они продолжают вести, везут. Опять оставили груз. Джабу нужно стоять вместе с ним, чтобы не проиграть. Но у ребят из МГТУ еще остались ультимейты, дается огонь по готовности. Влетает что-то инстантно слово чести. Умирает. Квикфул также убивает Дестройер, но Слен убивает Сбера. Да, APL выкидывает Слена. И смогут ли ребята довести? Разбирают Леоникс и довезут здесь у нас, ребят, получается. Хотя нет, контестит. Случайся также приехал. Случайся дает шаттер, это может шаттер победы быть буквально. Случайся забирает уже двоих, проседает очень сильно команда Пнипу. Случайся будет... Ой, рез, красивейший рез дается команды Пнипу. И сейчас это, возможно, выиграла им игру, дается нерв. Нерв заберет Excuse Me у нас здесь сегодня. Случайся дает уже второй шаттер, шаттером забирает солдата, Сбер, тем не менее, забирает Слена, Ксиген забирает Сбера. Остается у нас один контест. Это дается ответный шаттер от Джауба, очень красивая здесь игра сейчас происходит. Ребята просто рубятся, я даже не хочу включать первое лицо, потому что будет ничего непонятно. Леоникс убивает Джауба, Леоникс убивает Эпиэла. Какая же красивая... Какое же красивое, извиняюсь, хочу сказать, сражение здесь произошло. Мне просто... Просто понравилось это. Это просто было очень красиво. Ребята просто выжимали из себя сил, как могли, и показали нам очень красивую драку. Постоянный размен ультимейтами, постоянные размены тиммейтами, собственно. Теперь мы будем наблюдать атаку от МГТУ. С сетапом у нас все приблизительно так же, за что APL у нас будет играть на Макри, а Квикфул на Ротхоге. Скреп взял начальную стадию на Сдаву. Слен на сей раз на Ханза, а Косигенджи не на Ханза, не на Генджи, не на Лусио, а на Мэй. Все остальное осталось. Хотя нет, Косигенджи свичнул обратно на Лусио. Тоже сыграют здесь лучше. Сыграют ли команда МГТУ? Довольно хорошую игру у нас показал Пнипу. Рад, что на третьей точке они немного подрасслабились, а МГТУ начали на них давить. В этот раз они не повторили таких же ошибок. Сейчас я подлежу за вдовой, за ее шатами. Нет, не получилось. Залетели уже просто буквально на точку ребята из МГТУ. Будут все прыгать сзади там, в здании. Сражается с солдатом, залетает на слоу чести. Шифтует он солдата и убивает его. Теперь он нас проседает. Также убивает он Excuse Me. Разменивается в Дестройера Косигенджи, команда Пнипу. Уже динамичные, неплохие сражения идут, но МГТУ пока просела, хотя я не могу так сказать, потому что размен теперь в их пользу, и сражение продолжается еще, так сказать, но точка продолжает, вернее, точка захватывается командой МГТУ. Теперь сражение окончательно закончилось. Ребята из МГТУ разобрались с ребятами из Панипу. И это первая точка за командой МГТУ. Довольно спокойно. И довольно динамично. Готов шаттер слоу чести, дается у нас дракон.
членом. Мне кажется, нужно было сначала дать шаттер. В этой ситуации получился бы более дамажный дракон, но... Случай здесь только разменялся разве что, и, в принципе, размер равносильный. Вот, Дестройер также у нас умирает от Квикфула. Хайнун. Хайнун не реализован, убивает Слен с Кеттером Эпиэла. Да еще Хайнун. Умрет у нас там Квикфул, да, так и есть. Готов снова дракону Ханза. Команда МГТО. Ребята просто... Просто, так сказать, сметают с пути Пнипу. Пнипу даже не хотят подходить здесь. Не хотят поступать они так же, как поступали команда МГТО. Неплохо. Слен забирает двоих. Вслед за этим забирает нерфом Квикфула Леоникс. Нереализованный визор от Сбера. Случись также забирает Слепдога. Слепдог забирает Дестройера. До этого. Это размен. Ребята там готовы продолжать вести, в отличие от Пнипу, как в некоторый момент не отпускают груз, а всегда везут его. Это хорошо. Дается у нас шаттер Слоучейс, ложится только Винстон, но под бустом он разваливает и не лежащего Джауба. Леоникс также убивает Сбера. Продолжает драться Слоучейсе. По диссонансам будет убивать, здесь дается у нас сфера. Ребята просто активно везут и, собственно, я думаю, даже довезут. Ксиген же убивает двоих. Дестройер также добивает, забирает Джауба. Но Квикфул и Сбер забирают Слена и Скрепа. Ксиген же также умирает, но ребята все же довозят. Квикфул немного не дошел. И это ГГ. Победа за командой МГТУ. Плей-офф за матч у нас получает Квикфул. Несмотря на то, что ребята играли в пятером, они играли очень сильно. Первую карту, я думаю, они бы даже смогли затащить, если бы играли в шестером. Это очень достойная была игра. Мне очень понравился момент с дракой. Я хочу повторить на конце атаки Пнипу на King's Row, когда на контесте они сражались, разменивались постоянно ультимейтами. В этом плане, да, это была очень красивая игра. Ну и на сей великолепной ноте я бы хотел попрощаться с вами. Желаю вам удачной рабочей недели предстоящей. Тем, у кого она, собственно, рабочая. Например, у меня. У некоторых уже все. Вот. И, собственно, всем пока, всем удачи.